Здравствуйте, мои дорогие! Здравствуйте все те, кто заглянул на мой канал. Сегодня я снимаю здание, которое находится на улице Лютеранской, город Киев, и построенное в 1908 году для купца Сергея Оршанского. Это здание облицовано разными материалами, гранитом, кирпичом, и даже есть кованый металл. Проектировал и построил это здание Эдуард Братман, архитектор. Это здание еще имеет название «Здание плачущей вдовы». Почему? Потому что маскарон этого здания изображает голову женщины. Смотрите, какая. И по щекам этой женщины стекают слезы. Многие говорят, что это здание называется еще зданием плачущей вдовы. Посмотрите, за спиной у этой женщины как бы крылья, но они еще не распустились. Говорят, что на крыше установлен какая-то емкость для воды, и с нее капают эти слезы. Но это не так. Какому архитектору нужно было бы это все делать? Почему здание плачущей вдовы? Кто его знает? Здесь, говорят, никогда не жила плачущая вдова. Говорят, что это здание когда-то построил Городецкий для своей сестры. А у сестры были проблемы с замужеством. Но это не так. Время прошло, и эта легенда развеялась. А вот какая на сегодняшний день легенда у этого здания? Никто не знает. Придумайте какую-то трагически драматическую легенду, но обязательно с хорошим, веселым, радостным концом, если это возможно. Ну вот такое здание есть в Киеве. Здание плачущей вдовы. А мы полетели. Вот и все.